Примет доклады командующих флотами о готовности к проведению главного военно-морского парада. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом Российской Федерации. Командует капитан второго ранга Дмитрий Артамонов. Свистела картечь. Корабли сотрясали разрывы ядер и бомб. Горел Зова совершенно невозмутимо и хладнокровно командовал кораблем Лазарев. Перебиты все мачты и стены. И все-таки он победил. Это победа. Детство мечтал о парусах Крузенштерна, о дальних морских походах и океанских глубинах. Четыре шведских фрегата, взятых при Грингаме, были введены в Неву перед Троицкой площадью. К Адмиралтейской набережной приближаются патрульные катера типа «Раптор». На фарватер Невы бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Возглавляет парадный строй ракетный катер «Маршанск». Алексей Заплат. Можно видеть огня впервые.